21 июня 1941 года улица Советская столь оживленной не была. Местом основных гуляний горожан был городской парк. 77 лет назад, в последний предвоенный день, именно там до поздней ночи гуляли и танцевали. Субботний вечер располагал к приятному времяпрепровождению. И сегодня военные реконструкторы из разных стран и городов воссоздают атмосферу того времени, последнего мирного вечера. Он у вас стал частью жизни. То есть он занял страницу определенную. Это слава Богу. И, наверное, очень хорошо, что у нас мы можем двигаться в этом направлении, что память и патриотизм, они живы, что мы работаем, что здесь есть дети, подростки, здесь их много на самом деле. И как в 2011 году, их, наверное, сейчас еще больше. Для каждого человека, который говорит на русском языке, очень важен день 21 июня. И 22 июня, безусловно. Ну и, конечно, 9 мая. В городе над Бугом образца 1941 года проживало порядка 50 тысяч жителей, почти половина из которых принадлежала к еврейской общине. Еще около 6 тысяч – солдаты и офицеры Брестского гарнизона и члены их семей. Если поставить себя на то место, то на данный момент, знавши, что все так случится, да, становится очень страшно. Страшно от того, что ты можешь не проснуться просто в этот момент. Страшно от того, что те же маленькие дети, они могут не проснуться. Это такой ужас охватывает сердце просто. Каждый год мы отдаем почтение этому. Ведь самое главное, если мы не передадим своим детям вот эту любовь и внукам, то зачем мы живем? Сегодняшняя реконструкция – это небольшой экскурс в прошлое через фотографии и предметы быта, которые сохранились в фондах брестских музеев, иллюстрации и вырезки из газет, через костюмы того времени. Но главное – через отношение современников к событиям тех времен. Мы живем в городе Бресте, мы должны традиции эти продвигать, мы должны свою молодежь и детей посвящать в то, что, где мы живем и как мы живем. Это, наверное, святое. Мы видим, что у вас все граждане не приобщены к этому замечательному событию, к реконструкции. И здорово чувствовать себя частью, маленькой частичкой вот такого большого целого. 77 лет назад, в субботний июньский вечер, в городе над Бугом также кружили пары. Вальс тогда был самым любимым танцем. В этой прекрасной музыке столько красоты и невероятной силы. Тогда горожане еще не знали, что этой силой им придется запастись на долгие 4 года, потому что завтра была война. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг ТВ».